Всем здравствуйте, с вами Некрос, и сегодня в Mortal Kombat X мы будем делать бруталити за Кейна. Данная рубрика вновь возвращается на канал. Итак, первая бруталити доступна во всех стилях. Называется полный оттяг, нам нужно в воздухе выполнить барабанчик усиленный, назад вперед 3, потом блок. При этом противник должен умереть от чип дэмэджа, то бишь он должен поставить блок и умереть. Ставим блок. Опа! Прикольно, да? Напоминаю, что данный прием при усилении считается захватом. Так, дальше идем. А дальше у нас терминация. Во всех стилях доступна. Выполни 3 броска до конца матча. Удерживай вверх во время финального броска. Я думаю, что ничего сложного. Один бросочек, второй бросочек и третий бросочек. Теперь быстренько убиваем. Так. Аккуратненько и удерживаем вверх. Ну, в принципе, я так и думал, что он ему своей головой голову выбьет. Предсказуемо. Кейна, как всегда, брутален и мерзок. Третья бруталка, совсем немножко. Вниз-назад, один плюс блок. Только в стиле головорез. В последнем раунде нужно продержаться 5 секунд, не получив ни одного удара. Последним ударом должен стать прием кровавый клинок. Усиленный вот этот вот удар. Я думаю, что это несложно. Так. И делаем. Опа. Ну вот это мне больше нравится. I had a bitch. Так. А далее у нас идет, по-моему, одно бруталити за кибернетика. И одно бруталити, и два бруталити за команду. Так что берем кибернетика. Кстати, я слышал, что Mortal Kombat недавно обновили, и в нем появились новые комбо, а некоторые пропали. Итак, ослепительный свет. Вниз, назад, 3. Плюс блок. Только в стиле кибернетик. Кейна должен выполнить комбо из 5 ударов, которое закончится улучшенным лазером вверх. Последним ударом должен стать прям улучшенный лазер вверх. Интересно. Это вот этот вот. А как интересно это комбо сделать? Наверное, должно быть что-то наподобие... Даже не знаю. Вот что вот такое должно быть. А, я понял, ребята. В общем, смотрите, план такой. Мы делаем 1-1-2, потом вот это, потом делаем... Так, вот так делаем. И вот это делаем. По-моему, мы слишком неплохая. Ну, давайте пробовать.
можно сделать больше ударов. То есть не обязательно прям 5. Так, ну сейчас. Я думаю, должно получиться. Опа, да, смотрите-ка, все правильно. Это, повторяю, закончится комбо должна на вниз-назад, 3 и блок. И как я понял, блок можно нажимать потом, а не сразу. Ну, красиво. А теперь мы... Что случилось? Почему у меня... А! Бывает такое. Видимо, я на намлок случайно нажал. Теперь берем желтого Кейно. Команду. Который специализируется на захватах. И смотрим. Перетрах. Вниз... Вперед, назад, 3. В стиле команда. Игрок во время последнего удара должен нажать вниз, вниз, вниз. Последним ударом должен стать прием мощный слэм или бомба силы. Ну, или обычный, или улучшенный, понятно. Мне кажется, это просто. Вот этим мы должны убить противника. Вниз, вперед, назад, 4. Интересно, он ему пошку об землю пробьет или как? Разобьет, точнее. Что-то такое должно быть. Так, делаем. Низ, 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 низ. Ну да, так и получилось. Довольно банально. Но это еще не все. У нас еще одно есть. Еще одно бруталити в этом же стиле. Нам нужно. Хлоп. А вниз, вперед, 1. В стиле команда... Мы должны выполнить прием вниз-вперед 1, удавка, и нажать 1 или 2 15 раз. Ну, или и то, и другое. Последним ударом удавку делаем. То есть мы должны, пока он его душит, быстренько нажать 1 и 2 15 раз. Это как, знаете, у Кун Лао. Такой же бруталити примерно. Так, вот тут, наверное, я его убью, да? Или не убью? Нет, не убью. Так, делаем. Опа, оп, о, вот это вот уже интересно. Вот это скорее на фаталити похоже. Ну что ж, друзья, мы выполнили все бруталити. Надеюсь, вам было интересно. Играйте и выигрывайте. Всем пока.